осень и зима, да и не только. Зеленый цвет, он прекрасен всегда, и его оттенки тоже. Ежегодно Институт цвета Пантон определяет модные цвета, которые потом используют в своих коллекциях мировые дизайнеры и производители одежды для масс-маркета. Институт цвета Пантон – это подразделение компании Пантон, которая работает на рынке с 1963 года, исследующая влияние цвета на психологию человека и прогнозирующая цветовые тенденции. И уже на протяжении более 20 лет институт ежегодно предсказывает и выбирает оттенок, который будет превалировать в течение года или сезона. Например, на 2021 год были как бы установлены цвета безупречно серый и оранжевый освежающий. На период холодов осень-зима 2021-2022 Пантон и модные дизайнеры показали на неделях моды в Нью-Йорке и Лондоне доминирующие 10 оттенков цветов. Среди них как раз был зеленый. По мнению экспертов Института Пантон, модные цвета осень-зима 2021-2022 подчеркивают наше стремление к оттенкам, которые поощряют самовыражение, наш двойственный образ жизни, а также эксцентричные цвета, дарящие безмятежность, радость и надежду. Зеленый цвет представлен яркими оттенками «Лепрекон». Это чудесный зеленый оттенок, символизирующий знаменитых эльфов из ирландских мифов. Зеленый цвет жизни, обновления, природы и энергии. Он также ассоциируется с ростом, безопасностью и окружающей средой. Всем, чем сейчас так сосредоточено человечество. Утверждают, что зеленый может принести воодушевление и надежду в трудный период жизни. Ну и, конечно, вопрос, как сочетать модный зеленый в одежде и его оттенки. Он особенно хорошо гармонирует с черным, белым, бежевым и коньячно-коричневым, а также темно-синий, серый и бордовый также отлично сочетаются с зеленым. С одеждой зеленого цвета потрясающе выглядят аксессуары оранжевых, желтых или розовых оттенков. Я надеюсь, что вы теперь немного иначе будете смотреть на гардероб в зеленых оттенках, а может быть и сами что-то приобретете в этом цвете. Благодарю всех за внимание, и выбор, как всегда, только за вами.